В спорткомплексе «Строитель» прошел чемпионат города по жиму лежа. На медали претендовали 10 юношеских и 8 мужских команд. Всего 112 спортсменов. Это больше, чем на краевых соревнованиях, которые обычно собирают около 100 участников. Среди юношей первое общекомандное место завоевала сборная Дальневосточного федерального университета. На втором и третьем местах – Приморский институт железнодорожного транспорта и Центр развития творчества детей и юношества. Среди мужчин победила команда тренажерного зала «Арнольд», опередившая конкурентов из Прим ИЖТ и ДВФУ. Абсолютным чемпионом турнира среди юношей стал Артем Юраш, победитель Кубка мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди юношей до 18 лет. Его результат – 155 килограммов. Среди мужчин не было равных Павлу Долбневу, который сумел отжать 180 килограммов. Впереди у уссурийских тяжелоатлетов два крупных дальневосточных турнира, которые пройдут в декабре во Владивостоке и Хабаровске.